До президентских выборов в США осталось всего 2 дня. Американские СМИ сообщают, что явного кандидата нет, а вот опросы, проведенные ведущими изданиями и телеканалами, дают разные результаты. Так, исследование газеты Los Angeles Times показало преимущество республиканца Дональда Трампа над его соперницей демократов Хиллари Клинтон на 5,5%. Опрос издания Rasmussen Report сообщил о равенстве кандидатов 44% у каждого. А телеканал CNN заявил о лидерстве Клинтон на 3%. Сам же Трамп в своих выступлениях заявил, что выигрывает по опросам, которые проводились в отдельных штатах и являются ключевыми в борьбе за президентское кресло.